Едем. Самое главное шариком. Так что нам все будет простительно. Наш знаменитый Хабаровский мост. Вот с этой точки я вам его никогда не показывала. Посмотрите. Вот здесь, за этим шикарным мостом, находится у нас поселок Преамурский. И сюда-то мы мчим на юбилей к любимой дорогой подруге. Мы прибыли на место, но попасть не можем. Нас пока не пускают. Тетя, тетя, кошка, выгляни в окошко. Вот она. Ой, как же Егорка раскладывает кровой, прям вообще шедеврально. Молодец. Так, сейчас мясо. У меня прическа. Полтора часа. Учитель русского литературы. Очень-очень интеллектуальный человек, поэтому мы вместе столько лет. Меня никто не может выдержать, а она может. Я хотела все это закончить очень красивыми стихами, ради которых я сегодня проснулась в 7 утра. Вот, и написала эти стихи, они есть в Инстаграм, зайдите. Стихи потрясающие, я вообще очень пишу потрясающие стихотворения. Но вся проблема в том, что я их быстро забываю. И телефон, зараза, сел! Я не могу еще. Танюша, я могу зайти? Если я чуть-чуть... Зайди! Кульминационный момент первого дня. Посмотрите, как красиво это смотрится. Подул ветер, и мужчины своими широкими ладонями охраняют. Где уже именинник? Загадала? Ну, красиво. Сильнее. Яна, ты мне грудью придавила. Ой, какая умничка. С первого... До рождения!